Все, ребята, день подходит к концу. Не надо! Женька пытается заказать такси прямо сюда, прямо на пляж. Но они, зараза, никто не хочет ехать. Поэтому нам сейчас придется с пляжа прям идти до дороги. Вот аж туда. На горизонте, где пальмы. Видно. А здесь какой-то партий будет готовиться. Может, фотосессия для этого, для шопа? Нет. Нет? Что-то готовят. Мне кажется, фотосессия. А, романтик? 4 человека. Не знаю. Романтик. Да, романтик. Там музычка, смотри. Музыка, да? Да. О, биг вам. Красиво. Но мне кажется, это реклама для чего-то, для какого-то магазина. А может быть, и действительно романтический какой-то вечер. Интересно. Боже. Которые не горят. Да. Ну а как при таком ветре, которые, конечно. Эти, на фонарик. Да? Угу, на батарейке. Все. Теперь нам допереть эти баулы свои аж до дороги. Ну зачем? Ну зачем? Он двойная цена, Жень. Да подожди ты. Да что, мы до дороги не дойдем? А где мы дороги, если не поймаем? Сейчас попробуем. Зачем? Lexus хочет заказать, двойная цена. Говорю, зачем? А это что, не отвечает или отключился уже? Мне кажется, давайте пойдем до дороги. Да. Нормально. Уж мне там не самую так картину не показывали. Нет, конечно, в самом красивом виде. Дождались. Уже солнце зашло. Луна почти в зените. О, маски же надо. Мам, достань мне там маску. Да. Женя. Can you open boots? Здесь вот маски. Детка, маски здесь. Ой, маски. Ой, а теперь свою маску найти. А я уже и забыла, что мы в маске. Моя маска, ой, это моя маска. А моя где? Я не знаю, где. Куда ты выкинула? Ты выкинула мою маску. Я маску не выкинула. Нету? Нету. А у меня запасной нету. Найди. Ой, ты мне чуть голову не оторвала. Ты на нее смотришь и не видно. Все, разобрались. Вы назад купчихи сядете, а я вперед. Да? Давай, да, конечно, королевна. Вот и мне. А что с зонтиком? Зонтиком сядет. Ха. Lexus. Надо спросить, а сколько он стоит? Lexus этот. Неприлично. Да? Все, поехали. Это три мини один, мам. Сейчас. Ты же впереди, да. Как его? Зачем я села вперед? Я не люблю. Нормально. Всегда надо мной издеваться с ремнем. Ну а как? Впереди надо ремень. Жаль, Наташа мне все. Мама! Но у нее сигналит машина, если ремень не включен. Ага. Танцует. Кто? Для съемка. Да? Тик-ток. Тик-так. Тик-так. Тик-таки. Ой, ёп. На фоне Наташа даже водил. You broke your neck. Ну, а шо, сексуальная девочка, ну, да. Какая? А чё? Как не посмотреть. Ну да, грех просто. Все, едем к Жеке. Домой на ужин. Да. У нас сегодня день обжираловки просто. Да. Начали с обеда. С перекусов. А еще у нас тортики там есть. Эклеры. А, еще салатик сделаю, да. Какой вам салатик? Как, крабовый. Крабовый? Да, крабовый, мой фирменный. Кстати, я с Тони это самое переговорила по поводу этого, посоветовалась. Говорю, как ты думаешь насчет, если я там уже не приготовлю? Ну, что его готовить, быстро же. Говорю, этот крабовый салат. Он говорит, конечно, это его самый любимый, самый фаворит.
Он говорит, очень правильное решение. Я говорю, только в этот раз, говорю, крабы будут, говорю, лобстер будет с креветки. Он говорит, вообще, наверное... Да ты же лучше, чем мне. Даже лучше, чем мне. Да. Ой, мама, какие она глупцы делает эти, хохляцкие. Да. Все никак ее раскрутить не могу. Сметане. Нет, сметане. Ну как, в сметанном соусе, да? Угу. Только секрет в том, что я, ну, не знаю, может, это в моей семье так делается. Чего они такие вкусные? Когда ты их заворачиваешь рулетиком, да, голубцы, обжариваю я их, а потом уже варю в соусе. А все почему-то делают, как завернули и сразу в соусе варят их. А у нас как-то в семье... Чтобы не раскрывались. Да вкус он же придает. Ты мне скажи, а что ты вовнутрь-то ложишь, если ты вегетарианка? Ты же вегетарианка. Нет, она сама не кушает. А как? Да. Антоши. Антоши и я кушаю. Да, свинину или в эту самую. Ну, редко со свининой, редко со свининой. Она перестала говядину кушать, поэтому она сейчас не готовит. Раньше она чаще готовила. Да, да, да. Я много чего готовила. А я делаю сборную. Я фарширую перец, капусту и помидоры, и баклажаны. А соус какой? Томатный? А соус томатный. Вот в чем. Да. Ну, у меня много травы разные. Ну, то совсем другое блюдо уже получается, конечно, оно вкусное. Очень вкусное. Оно свое, да, конечно. Это именно голубцы. А это да, это вот голубцы, ну, я же говорю, секрет в том, что ты их обжариваешь. Рулетики эти. Австралия, kick off of Pakistan, yes, and cricket. Very good work, play, very good. Today is New Zealand and Australia. Yeah, just stop here, please. Okay, зато как они шотландцев надрали, пакистанцев. Игру обсуждаем. Ой, открыла. После нас машину моет. Вытряхивал коврик уже. Промывает. Ну, потому что у нас жопы мокрые. Там раздевалок нет, передевалок нет. Поэтому это хорошо, сидушки кожаные. Он раз-раз тряпочкой протер, и чистая машина. Видишь, жопа мокрая. Фух. Идем дальше гулять. Он ужину готовит. Общительно. Всех знают в доме. Я его угощаю периодически. Да? Да, он спрашивает, когда мама приедет. Друг, да? Друг? А я это не знала, он, оказывается, она его кормит, оказывается. Подкармливает. И берет он? Конечно, и так варит. А оно ж самое приятное, да? Кто это самое похвалит, это ж все. Я такую еще не ел. Я говорю, это мясо с моей страны. Кенгуру. Чупакабра. Какой кенгуру? Чупакабра с моей страны. Самса. Закрывай свой этот. Чупакабра. Ну что, похвалил? Похвалил. Да это больше всего приятней. Чем чужой человек. У тебя это? Чего? Похвалит. Прям под... Кевина трусы. Да. А, это маска шотландская, да? У него это здесь не такие. У него такие трусы есть. А, есть, но я ему не дам маску. Это его и была. Чего? Да, это же ему привезли. Мне же дали, я же у него. Я тебе дам шотландскую, либо синюю. Шотландская маска. Шотландский флаг. В общем, что у нас? У нас приготовление началось. Рыбка копченая, скумбрия. Жека режет с лучком. А у меня крабовый салат. Все в процессе. Уже авокадо натерла. Летус, укроп, кориандр.
Это для украшения. Перец порежу. Лимон, лайм где-то еще был. Надо найти. В общем, все в процессе. А, суп греется зеленый. Суп зеленый. И салат сделала. Нарезала все. Красота. Зрительно. Это не негатив. Кхыкает, да. Салат какой, а? Лобстер, клешни лобстера, креветки и крабовое мясо. Немножко чили добавила, авокадо кубичками, ну, такими неряшливыми порезала. Прям свадьба с свадьбой.